Вот это и есть прототип избушки на курьих ножках. Ходят туда только мужчины. То есть это ритуальная избушка, 100%. Которая стояла в лесу. Он стоит в тайге, и найти его очень сложно. Ты на него просто наткнешься. Потому у нас избушка на курьих ножках стоит где? В Чищобе. А внутри сумьяха идолы. А внутри сумьях идолы. И вот женщина туда не то, что в сумьях заглянуть, в уросумьях, не то, что постоять, не то, что прийти туда, на святилище, взглянуть в ту сторону не могла. Потому что мир только для мужчин и для богов. И он делает этих пупыхов идолов. И самое интересное, человек приходит, смотрит, сидит кукла, значит, сидит баба. Сидит она в мехах, сидит она в чем? Шубе? Ну, конечно, женская шуба называется яга, ягушка. Потом сидит баба в шубе, баба в яге.